Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня на канале обзорчик лучшего разработчика циферблатов по номинации Samsung за 2019 год Александра Ковалева. Вот такую штуку ему подарили, и вот такой видосик посмотрите. Лучший дизайн циферблата часов. Таким образом, у нас есть тысячи различных дизайнов циферблата, представленных в Galaxy Store каждый год, и мы думаем, что этот сделал действительно особенную и творческую работу, продемонстрировав все функции, включенные в Galaxy Watch, и хорошо проиллюстрировав то, что возможно на платформе. Он. А победитель летние каникулы Александра Ковалева. Кого здесь нет? Все это проходило, вроде как он мне говорил, в Калифорнии или где, но не суть. Его там не было, потому что, говорит, далеко лететь и дорого. Если бы оплатили, то, я думаю, слетал бы, наверное, с удовольствием. Но мы к циферблату. И вот такой, дорогие друзья, циферблатик, а вернее режим AOT в данном случае на его циферблате. Его работы мне тоже нравились и раньше на Tizen, и нравятся сейчас на VOS. Действительно делает выдающие работы, выдающиеся работы. Поэтому, если вы приобретете данный циферблат, не пожалеете однозначно. Ну, пройдемся мы с вами по тому, что у нас здесь есть. Я отключаю режим AOT и поехали. Показываю вам сейчас, насколько могу близко, чтобы вы все разглядели, как он выглядит. Вот минус обзоров на Galaxy Watch 5 Pro вообще, это олеофобное покрытие на его экране, оно хоть и классное, но для съемки прям не очень, потому что все на нем начинает отображаться. Ну ладно, поехали. У нас с вами по кругу, значит, месяца, и тот месяц, который сейчас, обведен в рамочке. Как вы видите, дальше у нас день недели, число месяца, здесь сколько дней было в этом году, здесь сколько недель в этом году. Дальше у нас идет пульс, часовое, цифровое время в 24-часовом режиме, и здесь это обозначено, вот в этой вот части. Дальше секунды тут же у нас, здесь еще фаза Луны. Если вы лунатик, да, ну тот, кто живет по лунному календарю, я думаю, вам вообще будет это кстати. Дальше у нас что здесь? Здесь у нас шаги и километров, сколько мы прошли, два виджета, дальше заряд батареечки и еще один виджет. А здесь ярлычочки, извиняюсь. Ну а теперь к настроечкам, которые, я думаю, изумят вас и удивят вас, потому что настроечек здесь просто гора. Цветов, а именно вот как здесь, да, их здесь очень много, я их все показывать не буду, я просто вот так бегло вам покажу, но их просто очень большое количество. Именно вот таких смешанных. Вот такой, ну, шикарно он придумал, конечно, хочу сказать. В этом смысле молодец. Я, наверное, вот этот цвет выберу и поеду дальше. Поехали. Здесь у нас, значит, бизель. Обратите внимание сейчас на бизель. Бизель – это вот, вот эта вот часть циферблата. Приближаю и погнали. Раз, один вариантчик. Хоп, видите, появляются вот такие вот штучки у нас. Идем обратно, оставляем как есть. Погнали дальше. Здесь у нас. А здесь у нас отключается эффект G-сенсора, который есть вроде как так. Да, ну-ка я не вижу просто, что у нас там. Да, точно он самый. Поехали дальше. Здесь у нас стрелочки меняются. Есть три варианта. Первый вариант мне понравился больше. Поэтому я выбираю его. Поехали дальше. Что у нас? Вернись, стрелка на место. Поехали дальше. Дальше у нас стрелочка секундная. Делается, как тикает. Вот, допустим, вначале вы видели, она тикала у нас как механические часы. В таком положении она будет тикать у нас как кварцевые часы. А так ее не станет совсем. Ну, механические выглядят прикольно. Кому-то кварцевые нравятся, как бы. Дальше у нас Off-On, это режим AOT, а нет, месяц отключается, извините, отключается месяц. Я сейчас записываю на свою новенькую камеру от Sony, поэтому немножко еще не привык к ней. Экранчик здесь поменьше, чем на
телефоне и не все сразу могу разглядеть. Ну, оставим месяца, они выглядят достаточно интересно. Здесь режим AOT, он будет у вас вот либо такой, как видите сейчас на своих экранчиках. Поехали дальше. Ну, а здесь виджеты. Тут у нас уже все просто. Выбираем с вами погоду, наверное, мы сейчас с вами выберем. Да, ну-ка, где-то погода. Погода-то есть. Есть погодка. Дальше еще общий. Тут типа есть какая-то штука. Ну, давай вот так сделаем. Потом шаги можно поменять. А мы не будем менять, мы здесь оставим будильник, а с этой стороны мы сделаем ярлык приложения какой-нибудь. Ну, допустим, давайте-ка вот Samsung здоровье монитор. Выходим и получаем вот такую вот красотищу. Хопс, все у нас выглядит шикарно. Нет, действительно достойный циферблат. В описании видео будут ссылочки. Пожалуйста, я не помню, на Google Play он тоже вроде есть, я сделаю ссылочку и туда. И для российского магазина Wear Store с удовольствием, я думаю, кто-то из вас пройдет и купит данный цифер. Ну, и еще пишите комментарии, попрошу у него промокоды, и если вы напишите комментарий, возможно, получите данный циферблат совершенно бесплатно. Вы были на канале SmartWatch, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с своими друзьями в социальных сетях. Ваши лайки, комментарии приветствуются. Пока!